Для граждан мы будем делать интеграцию с Яндекс.Транспортом. То есть после того, как мы заведем всех перевозчиков в данную систему, а это срок до 1 октября, мы начнем плотную интеграцию с Яндекс.Транспортом. Скорее всего, даже параллельно. Вы будете стоять на остановке и понимать, что скоро к вам подъедет автобус. Также управление дорожного хозяйства, нам было в тест выделено два информационных табла, которые мы сейчас тестируем, чтобы повесить их на какие-нибудь остановки, чтобы жители понимали, куда приезжает транспорт. Время ожидания, да. Как это сделано в Москве и Московской области.